Хорошо. Ну, я так думаю, у вас, наверное, нет. Я карту ищу. Карту мира. Нет, карты мира нет. Есть Украина, есть Днепр. Ну, Украина есть, да. Спросите дальше должны. Ну, да. Я об этом, да, думаю, спрошу тут. Да. Да я вообще ищу карту мира. Атлас. Атлас. У вас есть? Да. Так, хорошо. Так, а романчики у вас всякие, типа Донцова, такое вообще есть? И Донцова, и Маринина, и Стинова. Вы их продаете или как? Продаем, на да. Продаете? Это они как новые здесь, да? Или как есть бэушные? Есть и новые, и бэушные. А бэушные сколько стоят? 40 гривен. 40 гривен, да? 40-20. Это значит, я как вы бы... Вы свою приношу. Я свою приношу? Да. Ну, чтобы равноценные были. Ага, понятно. Мы берем только за прочитку. Понятно. Если у вас есть свои... Новые, а бэушные, есть ли такие Донцова есть? 25 гривен, да? Что вообще есть? А сколько вот такая вот стоит? 100 гривен. 100, да? Ну, я так и думала, что сейчас примерно так. Их там только сказок нет, 750 строй, так все. Ну, понятно, все. Да. Тут, тут и Пушкин, по-моему, и Гоголь даже есть. Да? И сказка «Даля», «Даля», вот это вот. А-а-а. И этот, и Адаевский, и Украинский, это Марко Вовчок, Иван Франко. О, есть, даже вот да. Так, да, все да, есть. Да, я когда-то в свое время перечитывала и Марко Вовчок. Хотите, 80 гривен. Чем закончился мой поход на книжный рынок? Ну, то, что там я книги посмотрела, который меня интересует, примерно спросила, сколько они стоят. Кое-что там подкупила. А то, что еще мне мама заказала купить ей карты. Говорит, хочу смотреть, на где какие страны. Ну, говорит, я-то представляю, понятное дело. Но вот хотелось бы самой визуально. Ну, в общем, вот эта карта мира, это самое дешевое, что я и нашла. Их вообще дело в том, что даже в продаже нет. Вот это 15 гривен на Озерке я купила. А вообще карта мира продавалась только в одном магазине. Огромная. Она мне как показала такую здоровую, приздоровую, 1500 гривен. Я говорю, она говорит, да, ну вам не подойдет. Я говорю, да, понятно, нет. И еще мама попросила карту Европы. Карта Украины у нас, у нее есть. А, по-моему, у меня где-то есть карта Украины. А вот карту Европы она попросила. Я, получается, купила в одном месте, а потом купила в другом месте. Так вот, я отдам ей ту, которая побольше. Тут почетче видно, допустим, там, да, какие городки. Так, куда мы отправляемся с вами? Так, едем в Барселону, например, да? Поедем в Тарагону. Куда еще можно поехать? Ну и так далее, в близлежащие. А себе я, наверное, вот эту оставлю, потому что как-то я купила, получается, и ту карту. Ну, ей две не надо, эту я отдам ей, а вот эту сейчас возьму, вот тут на стенку повешу вот себе. Ну все, сходила я на книжный рынок, посмотрела. Ну, выбор, конечно, не шикарный. Вот я, например, вспоминаю прошлые времена, так там проходишь, и вообще все ряды забиты книгами. Конечно, там такое сейчас, как учебники, я не знаю, вообще покупают кто-то или нет. А художественная литература, ну какая, какая? Это то, что было и продается уже, как говорится, прошлое, все прошлое.
Сейчас на данный момент я вообще не знаю, люди сейчас что-нибудь читают или нет. Но вот я что? Я люблю, как ни странно, чего-то вдруг полюбила читать сказки. Я купила недавно вот такие вот сказки братьев Гримм. И вы знаете, я в шоке, если честно. У меня когда-то была старая-старая книга, такая толстая, такие листики были, старые такие, желтые. Ну, опять же, так называемые подружки попросили. Ой, дай, Марина, почитать, я тебе верну. Ну что, я картотеку записываю, кому я лично дала. Ну, прошел там какой-то месяц-второй, кто-то другую книжечку попросил. У меня папа всегда любитель был книг, и у нас дома всегда была громадная библиотека. И вот это ж придут, вот эти подружки, вот, и начинают клянчить. То та попросит, то та попросит. Я говорю, ну ладно, ты ж вернешь. Я не забуду. Потом проходит какое-то время, я говорю, ну что, где моя книга? Я у тебя не брала. Когда? Я говорю, ну что значит когда? Я должна была картотеку, как в библиотеке, да, вот так записать, фамилию твою, чтобы ты расписалась или как. Ну я ж по честное слово тебе дала. Марина, я у тебя не брала. И вот так у меня, знаете, сколько книг улетело. Это просто. И с какого-то момента я сама себе решила, никому вообще ничего нельзя давать. Вот обижайтесь, не обижайтесь, никому ничего нельзя давать. А вот эту вот книжку «Братья Гримм», я вот помню, какие были сказки. Или они были обработаны по-другому, знаете, более так цивильно. Здесь одни страшилки. Вот. Как начинаешь читать, то тут какие-то, ну, не знаю, в общем, все такое, какое-то, ну, ужастики. Значит, что я купила сегодня? Вот такие вот литературные сказки народов СССР. Раньше стоило 3 рубля 60 копеек, вон цена там. Что мне понравилось? Ну, во-первых, она толстая книжечка. И что здесь? Вообще собранные сказки разных авторов. Тут и Гоголь, «Заколдованное место», Орест Сомов и «Русалка», «Оборотень», «Киевские ведьмы», «Сказка о Никите Вдовиниче», «Даль», «Адаевский», «Аксаков», «Толстой», «Лесков», «Салтыков», «Щедрин», «Замятин», «Горький», «Бунин», «Писахов». Ну, я ж, многих, конечно, я не знаю, но почитаю. «Соколов», «Микитов», «Бажов», «Про великого Полоза» и «Змеиный след». А я думала, будет «Малахитовая шкатулка». Ну ладно, а по-моему, у меня где-то есть «Малахитовая шкатулка». Ефим Чесняков, «Чудесное яблоко», «Иванушка». Ой, надо почитать. И во второй части «Марков-овчок», «Иван Франко». Вот, кстати, я когда-то поперечитывала все-все. Вот это вот «Марков-овчок», там «Ночуй Левицкий», «Кропивницкий». Я в свое время вот вообще зачитывалась этими книгами. Ну, для меня что русский, что украинский, мне без разницы. Я читаю если книги, мне без разницы, на каком языке. Это то, что сейчас вот это вот новости на перекрученном языке говорят. Но это не украинский язык, это... Ой, лучше не говорить какой-то язык. Но это не украинский, на котором вот это вот сейчас и по телевизору все говорят. Значит, что тут еще есть? Какие-то даже как грузинские авторы. Нико Лорд Кипанидзе. О, почитаю. Сулейман Саи Ахудов. То есть это, ну вот они как даже как мировые, можно сказать. Смотрите, прям не русские. Владимир Санги. Это какой-то как Чукча такой, Санги фамилия. В общем, я вот люблю читать сказки, знаете, так оно от реальной жизни куда-то уходишь и в каких-то фантазиях. А вообще, что я читаю? Вот мне вот хотелось бы узнать, а что вот более серьезное, ну, кто-нибудь из моих зрителей читает или нет? Я, например, читаю вот эту вот книгу. Если кто-то думает, что это я его рекламирую, нет, я не рекламирую, я просто купила, и вот мне вот захотелось вот почитать, здесь очень принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым. Ну, мне, конечно, уже поздно, это бы в 20 лет мне бы такая бы книга попалась бы, я, если бы я внимательно ее тогда в 20 лет прочитала, вот сколько бы я ошибок избежала.
А сейчас, ну что, ну читаю, читаю. Мне, например, очень нравится, вот очень нравится. Что из вас кто читает? И вообще сейчас читают хоть кто-нибудь, что-нибудь. Ну, напишите хоть два слова, там, какие книги там читаете, там, «Колобок», или «Колобок» тоже сейчас запрещен, как и «Чебурашка». Ну, в общем, напишите, что вы читаете, каких-нибудь авторов. Может, что-то посоветуете мне, потому что я еще хочу сходить на книжный рынок. Они говорят, что вас интересует. Я говорю, я подумаю, я вот так вот посмотрела. Может, вы что-нибудь подсоветуете, и я пойду поищу или на книжном рынке, ну, или в интернете. Хотя я люблю, конечно, бумажный вариант книг вот так вот читать, чтобы вот так вот потом вот тут закладочку сделать, вот тут тоже отделить, где мне вот, ну, тема интересна, то я вот откладываю, вот закладочки делаю, не просто так. А здесь вот хорошо обложкой, вот так вот я делаю закладку, вот так вот. Ну, то есть, эта книга не просто показушная, я ее читаю. То есть, это не то, что я взяла с полочки и вам стала хвастаться. Я читаю эту книгу и могла бы, если кому-то интересно, вот... Кстати, если кому-то интересно, давайте с вами. Здесь очень много вот именно про таких психологические ситуации в жизни. Может, кого-то что-то интересует, и я могу, кстати, почитать. Я думаю, что автор будет не против, если я буду цитировать какие-нибудь его здесь интересные фразы и интересные темы. Ну, давайте. Задавайте вопросы, я могу отсюда что-нибудь почитать. Может, не все такую книгу могут приобрести или нет времени почитать. А мы с вами по одной какой-нибудь маленькой там разделчику или по маленькому абзацику можем прочитать. Ну, жду ваши вопросы, жду ваши ответы, что вы читаете, и жду ваши вопросы, что у вас заинтересует вообще. Может быть, сказки почитаем с вами? Давайте на ночь. Давайте сказки... С Мариной на ночь. Хотите такую рубрику? В 9 часов вечера я вам буду читать сказки. Хотите?